Пожалуйста, если можете, когда у меня наладится финансовое положение, то все работает, работают, все равно трудности сплошные. Заранее благодарю вас за ответ. Человеку приходит что-либо в жизнь его, только в том случае, если у него есть внутри состояние доброты. И у человека реализовывается что-то только в том случае, если он внешне проявляет небольшую хотя бы агрессию, но без угнетения и оскорбления других людей. Таким образом, у него происходит реализация. В случае, если у вас недостаточно внутренней доброты, то тогда вы будете мало зарабатывать или даже не будете зарабатывать. В случае, если человек в середине добрый, то тогда ему дарят подарки, ему приходит материальное благополучие. Но только в том случае, если... И это будет там в одном определенном количестве. То есть вы как зарабатывали $1000 в месяц, так и будете зарабатывать. Если начинаете злиться, то начнете зарабатывать меньше. А вот в случае, если вы начинаете проявлять импульсивность, потенцию, если начинаете проявлять где-то, ну, может быть, даже агрессию небольшую, может быть, даже где-то настойчивость, вы тем самым производите свою реализацию. Если реализация у человека увеличивается, увеличивается планка его дохода. Таким образом, если вы добрый, хороший человек и не воспитываете своих продавцов, никаким образом не давите на свой бизнес, то, скорее всего, вы будете постоянно получать одну и ту же планку тех денег, которые вы зарабатываете. Ну вот где-то так.